Дорогие друзья, всем здравствуйте, это новый выпуск по Clash Royale в формате Battle Сундуков вместе с Павлом Шампановым. Всем привет, друзья! У нас правила таковы, у нас неравное количество, как вы видите, сундуков, но будем открывать одинаковое, то есть у меня 88 и Паш откроет 88, но немножечко у нас неравные шансы по количеству персонажей. Какие у нас правила для батла? Мы выбиваем новых бравлеров и подсчитываем очки. Где у нас редкий боец? Это 1 очко. Сверхредкий у нас 2 очка. Эпический у нас 3 очка. Мифик у нас 4 очка. И легендарка у нас 10 очков. По ссылочке в описании вы найдете продолжение к батлу, где вы посмотрите, как мы забатлили на канале у Паши, почитаете там, кто сколько очков, и здесь почитаете. И потом общую сумму напишите в комментариях. Что-то забыл, Паш, добавь. Да, ничего, все вроде бы сказал. В общем, у меня сундуков побольше, а я буду открывать с такой же количеством, как у Болдика. То есть я открою, у меня 175 сундуков, я буду открывать до того момента, пока у меня не останется 87 сундуков. Из больших ящиков я открою только 5, но вот ленту мы открываем полностью. Да, ленту сколько полностью, там у нас, да. Да, сколько у нас там есть. Шансов у меня больше сразу, как бы мы это... Знаем, шансов, да, у меня больше. Но это даже лучше. Это, ребят, если я его выиграю с тем учетом, что у него шансов больше, это просто разнос. Поддержите лайком, если вам такой формат нравится. Предложите, с какими еще ютуберами забатлить. И, возможно, вы еще предложите какие-то форматы для батла. Было бы очень интересно еще что-нибудь провести. Обязательно пишите, ваши идеи будут прочитаны. В общем, Холдик надеется, то, что он с маленькими шансами все равно порвет кого угодно. А я пришел сюда доказать, что такого не будет. Поехали. Поехали. Самоуверенный Пашка хочет меня разнести. Ну, конечно, сколько неоткрытых табравлеров. Ну, вы обязательно смотрите, ребята, оба ролика. В описании вы найдете ссылочку ко второму ролику, потому что так вы не поймете итоги батла. Итоговый батл у нас, точнее, итоговые очки уже, когда посмотрите два выпуска. Это очень важно. В общем, вам нужно сосчитать количество очков, которые набрал я и Холдик на этом видео, и количество очков, которые набрал я и Холдик на ролике на моем канале. Сложить их вместе, и тогда только выявить, кто действительно из нас победил. Я уже выбил нового бойца. Кого? Как ты думаешь? Ну, догадайся. Да, редкость. Я думаю, редкий. Ну, куда ты так быстро? Ну, да, конечно. Розы, редкие розы. Это 1 очко, это еще ничего не знает. Да, 1 очко. Ребята, вы не представляете, как мне тяжело. У меня нету только эпического и 3 лег. Как мне их выбить, блин? Люди говорят, что с самого релиза игры не могут легу выбить, а тут надо за выпуск. Еще один бравлер выбит. Сверхредкий. Да, это Пенни. То есть у нас 3 очка. Но смотрите, то если Холдик каким-то случайным образом, не знаю, магией там, или, может быть, там Илка ему подкрутит и выбит себе легу, то он меня, конечно, разнесет прям сразу. Но я надеюсь, что не должно так вести Холдика. Ребята, вы поставьте лайк, и мне повезет. И подпишитесь на канал, если на канале впервые. Однозначно сделайте это, чтобы мне повезло. Поддержите. Да, пишите в комментариях, за кого болеете, за меня или за Холдик. Можете сванговать, у кого сколько будет очков, кто выиграет, допустим, тоже будет интересно, угадаешь или не угадаешь ты. Пишите комменты. Так, у меня 56 боксов, а у тебя это ж непонятно сколько. Да, я открываю и... На 87 остановишься, я понял. Да, 87 нужно остановиться, но пока еще есть, еще достаточно много. Стрёмненько немножечко. Но я сейчас все равно буду выбивать редких, только редких, наверное, и буду выбивать. А у тебя много еще редких? Да, там парочку или трое, не знаю. На этом аккаунте прям много было невыбитых бравлеров. Да понятно, тебе там вообще на изи сейчас будут сыпаться бравлеры. Так. Ну, что-то я долго листаю, пока что не выпадает, странно. Не твой сегодня день, Паш. Да нет, сейчас я начну леги выбивать. Да. Начнут сыпаться дождь с легендарок. Сколько у тебя осталось? У меня осталось 37. Блин, это мало того, что боксов немного, так еще и выбить редких бравлеров вообще еще меньше, блин. Зато как приятно будет выбивать. Ну, да, кстати, сейчас чекну. Ну, я очень сомневаюсь, что ты что-то выбьешь. Что у нас по шансам? Я еще даже, может, сейчас задоначу ему и мега ящик один открою. Так,
А у тебя нет мегаящика на аккаунте? У меня, ну, он, понимаешь, он у меня в этом... В ленте? В ленте, да. Ну, так а что будет, если я, допустим, сейчас 30 геймов докину и открою ему мегаящик? Ну, ладно, хорошо, пускай, окей. Так. Блин, я там, мне кажется, я все равно ничего не выбью. Хоть за задачу, хоть не за задачу, вообще. Тут ты должен... вдруг, представляешь, последний момент, последняя секунда, бах, и оттуда лего вылетает, сверкает. Да, это вообще просто трэш будет. Мы так. Уже провели один батл на моем канале. Да. Зацените, там... было очень круто. Да. Посмотрите, там был реально интересный бой, и кто кого... порвал, да, неизвестно, знаю. Пока что неизвестно. Пока не скажем. Пока не посмотрели. Да, пока не посмотрели, мы вам не скажем. Итак, у меня осталось, ну, как бы, штук 15, наверное. Так, у меня тоже. У меня тоже 13. Угу. Блин, у тебя пока 2 бойца, да, выпало? Ну, мне понятно, что да, не одного, но если они... выпадет хоть один, это уже будет... Не, ну, если Биби это плюс 3... А вот меня, если... представляешь, даже Рику здесь не выбит, Карл не выбит. Но как бы, опачки, что? кого я выбил, угадай. Какой редкости? Я думаю, редкая. Да редкие уже все закончились, есть сверхредкие, эпики. Эпик. Нет. Нет? Сверхредкие, нет. Значит. Нет! В смысле, ты мифика выбил? Нет. Шучу. Уже... Мифика. Капец, какой? Хотел тебя на Лего развести. Конечно. Да, я не поверил бы, даже если бы ты сказал, Даник. А кто? Да, выбил мифика Мортиса. Мортиса, да? Окей, у меня осталось 5 бигбоксов, 6 бигбоксов и... То есть, посмотри, сколько у меня получается очков-то. 3, да, и 4, 7 очков, да? 7 очков. Подожди. Так, у тебя один редкий выпал. Один сверхредкий, да? Так, и сейчас один посмотрю. Мифик. Один редкий, один сверхредкий, так. Один мифик. То есть получается 7 очков. Ого! 7 очков. 0, блин, вообще прям, ребят, пожалуйста, поддержите лайком прям в эту же секунду, срочно, чтобы мне что-то выпало. Прям наколдуйте, подкрутите, что угодно сделайте. Давай, ты надейся же... только на Легу, только она тебя может спасти. То это будет жесткий отрыв. Хотя неизвестно, возможно... Как бы, какие-то очки там, может быть, Холдик набрал там 20 очков в моем в моем ролике на канале, да. А может быть, непонятно. Я набрал там дофига. То есть, как бы, надо сосчитать. Конечно. В общем. Слушай, ну что, я готов открывать тогда... бигбоксы, а ты? Так, сейчас еще осталось 3 сундучка. Давай, я жду. А я пока, знаешь, что сделаю? Я сейчас вот так вот, оп, выключу так, экранчик. Так, все, последний сундук. Все, 87 мне остается. Оп. Все, давай. Мне как раз осталось 7 гемов, может, выпадут. Я как раз открою. Я даже донатить не буду. Мне его хватит. Что, открываем бигбоксы? 5 штук, да, у тебя? Да, 5 штук. Ну, у меня 6, один в ленте. Ну, мы ленту как бы открываем всю, ты говорил, это не... Ну, да. Я, то есть, открываю, что тоже 5 штук. Да, 5 штук. Поехали. Так. Открываем. Тут 4, да, предмета должно быть, чтобы на выбрали? А, нет. Здесь? Нет. Здесь все равно 3. Угу, так. Пожалуйста. Пассивка! Блин, она не считается, я так обрадовался. Да. Ну хоть что-то за выпуск выпало, блин. Да. Что-то да выпало, это круто, так. Поздравляю. 0 очков. Yes! Биби! Воу, блин, я думал Лего. Биби выпало? Да. Как это круто! Сначала пассивка, потом Биби падает. Бля, если бы Лего выпало вообще, я бы не знаю. Я бы просто уже отмечал бы победу просто. Хотя это ж 10, а у тебя сколько? 7? Ну, не такой уж большой отрыв был на самом деле. Да, то, подожди, а у меня не 10, у меня 7 очков у тебя. Не, я говорю, если бы я выбил Лего, тогда 10 бы, да, допустим. Ну да. Все, по сути, остается вот мегаящик. Мегаящик, давай, я открываю большой ящик, сейчас еще один. Ну давай, хоть Биби выпало. Открывай мегаящик. Так, мегаящик, ты готов его открывать? Да, я уже нажал, но еще не вижу, сколько предметов. И я не вижу. У меня жми-жми сейчас написано, да? Да, жми-жми. Давай, на счет 3. Давай. Раз, да. 2, 3. Пау! Блин, сколько у тебя предметов? Тоже 5 предметов. Блин. И у меня остался в ленте один большой ящик.
А давай. Так. Итак, открываю последний ящик. Смотрим, что у нас здесь. Ну, к сожалению, ничего не выпало. Так. Тебя, наверное, тоже. А, блин, я же по очкам все равно проигрываю. А, стоп, у меня сколько? У меня 3, у тебя 7. У тебя 3 очка. Да, у меня 7 очков. Да. Сколько на другом ролике, неизвестно. Смотрите. Надо подсчитывать, друзья. Да. Переходите по ссылочке в описании под этим видео на второй раунд, который провелся уже у меня на канале. Да. И там подсчитайте очки. Сложите все вместе и напишите в комментариях, кто же все-таки победил. Сколько набрал из нас каждый очков. Да, да. Ну что ж, спасибо, Паш, что пригласил. Было круто забатлить. Пишите, ребята, в комментариях, с кем еще забатлить. Идеи для следующих батлов. И, возможно, даже какие-то интересные желания. Вам спасибо за просмотр, за поддержку. И за то, что, надеюсь, вы за меня болели. Всем до новых встреч. Всем пока. Всем, ребят, счастливо. Всем пока.